Первый трамвай был пущен в Самаре 25 февраля 1915 года. В России это было первое предприятие, построенное только отечественными специалистами, без участия иностранцев. Уже к концу года в городе ходило более 30 вагонов по 5 маршрутам. В то время этот вид транспорта развивал не более 11 км в час. Современные трамваи могут передвигаться в 9 раз быстрее. И это не предел. Муниципальное предприятие стоит на пороге инноваций. Мы с вами вообще стоим на пороге такого глобального, кардинального обновления подвижного состава, потому что в государственной программе подготовки к чемпионату мира предусмотрены средства как на строительство и реконструкцию линий трамвая, скорость движения должна увеличиться, так и на такую глобальную кардинальную замену подвижного состава. Почти полвека в Кировском трамвайном депо трудится Михаил Кузьмич. Начинал работать билетным контролером. За 47 лет вверх по карьерной лестнице дослужился до начальника. Пока здоровье позволит, буду работать, конечно. Я сам по себе не поседа, по характеру ответственность. Вот, а я вот без дела не могу сидеть. Когда не поступил, стал вопрос. Ехать к родителям, сесть на шею. Или начать свою трудовую деятельность. Ну и решил начать трудовую деятельность в Кировском трамвайном депо. В филармонии чествовали лучших работников отрасли. Некоторых награждали целыми династиями. К примеру, семью Снегиревых, общий стаж работы которых 392 года. Также награду от Думы городского округа получила Антонина Бессмолкина. В 2012 году она победила в конкурсе «Лучший кондуктор общественного транспорта». А среди пассажиров пользуется особенной популярностью, читая собственные стихи на маршруте. Уже 100 лет прошло с тех пор, когда трамвайчик первым вышел. И слава Богу, он живет. Он с нами рядом, он с нами дышит, как монолитное звено, трамвай, водитель и кондуктор. И с нами вместе заодно Суткевич, наш конструктор. За 100 лет трамваи не только не вышли из моды, но и сохранили преимущества перед другими видами общественного транспорта. Сегодня на трамваях ежедневно передвигается более 300 тысяч самарцев. На долю ТТУ приходится более 50% пассажирских перевозок в городе. На муниципальном предприятии трудится около 4 тысяч сотрудников. Валерия Квасневская, Дмитрий Мешканцов. События.